Кваджалейн – самый большой атолл в мире согласно мнению великого ученого-натуралиста Чарльза Дарвина. Атолл представляет из себя не что иное, как то, что осталось после затопления острова. Согласно его теории, кораллы поселяются вблизи скалистых берегов суши, которые постепенно уходят в морскую пучину. Когда часть кораллов уходит под воду, они погибают, постепенно превращаясь в известь. Образуемая известковая платформа начинает вести новую жизнь, становясь местом обитания новых поколений кораллов, которые с течением времени начинают тянуться все выше и выше к свету. К моменту, когда остров полностью погружается под воду, кораллы успевают образовать кольцо с внутренней лагуной. Схема образования атолла из 1200 мальдивских островов в настоящее время заселены только 200, остальные используются в туризме и сельском хозяйстве. Несмотря на это, все мальдивские острова представляют собой уникальное образование, аналогов которому просто не существует, если рассматривать его с точки зрения биологического разнообразия. Мальдивы – райский уголок на Земле. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.